Хейл, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Forgotten Hill Memento. Игровая площадка. А это что-то в жанре, как мы играли Cube Paradise, либо Rusty Lake. Но это немножко другая игра. Она немного даже... пострашнее, что ли. А тут тоже будут присутствовать те же головоломки, как обычно, как и в других играх. Поэтому погнали. Играем еще в окошечке. Так, вот это что меня интересует? Подожди, это звук. Это что? Это, скорее всего... Ладно, но оно открывается, вот вы видите. Ни хера не то. А, это прохождение. Это прохождение. О, какое оформление, да? Ну, ладно, я думаю, нам оно не пригодится, поэтому погнали. Потому что в игре присутствует... Блин, вот то, что оно типа не показывает выделение. Ладно, поехали. Forgotten Hill. Май 1890 года. Не понял. Блин, мне что-то этот высвечивает постоянно. Нужно больше по... А, мне кликнуть надо. Парень-обезьянка. На Forgotten Hill мы всегда жили очень мирно и спокойно. Но что-то изменилось за последние 2 дня. Во время совершенно непонятного несчастного случая погиб дворецкий. Следующий день еще одно совершенно абсурдное несчастное происшествие унесло жизнь моей любимой жены. Мне остался только мой сын. Я очень надеюсь, что коварная судьба не отберет у меня моего мальчика. Ага. Это мы уже играем. Хорошо. Ну. Открытая дверь. Закрытая дверь. А, картины направлением. Давайте пока что... Ладно, давайте пока зайдем туда, куда мы можем. Подожди, тут есть... Что это? Что вот это? Ага! Но мы можем продолжить. Это у нас магазин. Ладненько. Это вернуться обратно. Сейчас я немного разберусь, и, в принципе, все будет готово. Какие-то значки... Пока не знаю, что за значки. Картина, закрывающий глаз. Статуи. Это карта различных богов. Это у нас Египет. Индия. Если это Тор, тогда это у нас... Скандинавия. Но это майя. Вот это я даже не знаю, что... Ладно, давайте это с этим тоже попозже. Картины, картины закрыто. А, идемте далее. Стоп. Хорошо. Мозаика. Ага, ты меняешься вообще. Надо понять хотя бы, что это у нас. Да, опа, стоять, вот это подходит. Кустики подходят. Сейчас подгоним куст... А, это дракон, походу. Подождите. Тогда вот так. Так. И я понял, это какое-то чудовище. Глаз. Ага. Дверь заперта. Все, больше мы никуда не можем пойти. Сюда глаз нужно вставить. Окей. Но здесь ведь больше ничего... Вот картинки есть.
Ну я не понимаю. Порядок может какой-то. Или давайте по новизне. Не знаю, тогда если так, то. Так, так, так. Так, так, так. Нихера. Идем отсюда и ищем что-то еще. Нет. Может, книга, статуэтка, это бог чего-то? Да нет. Да не. Нет, нет, нет. Это бумажка что-то лежит. А, ну, в девке эти мне помогут, скорее всего, потом, когда мы что-то будем поворачивать и вращать. Есть еще вот это непонятное. И все, у нас больше некуда, понимаете? Никуда и нету. Может, в картину? Ага. 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 Странно. Я не вижу ничего. Типа, я должен знать все богов. А, подожди, это даже не Шива. А, ты, походу, здесь. Ра, это ж бог, это бог солнца, бог знаний, да, наверное? А, ты сбрасываешься. А, подожди, статуэтка, это не Инки. Я понимаю, что подсказка находится вот здесь, вот на полочке. Типа... Оно никуда не используется. Хорошо. Наука, пускай, окей. Статуя... Статуя, статуя. Так, да. Подожди, статуя у нас третья, вторая. И сюда. Теперь мне между этими нужно... Чего-то не хватает все равно. Там нету ответа на головоломки нигде. Нигде. Ладненько. Может, я все-таки что-то упускаю? Здесь закрыто. Это намного сложнее, чем кубы. И все остальное. Я не знаю. Это сейчас серьезно. Я, короче, ищу. Не могу вообще понять. Ни хера, где, что. Оказ. Я представляю, сколько вы уже говорите, если уже сейчас у меня на счетчике здесь 9 минута скоро будет. Ключик, кто здесь лежит? Ага. И отсюда. Ну, значит, отсюда. В смысле? Не понял, блин. А здесь... Так, кусочек картины. Какой-то. И ключ. А, скорее всего, здесь. Ну да, вот кусок, нет. Ладно, пойдемте далее. Откроем эту дверь. Эту дверь. Угу. Это как раз вееры, которые нам нужны. Это у нас 7 часов. 7, 11, 2 часа. Короче. Вниз. Вверх, вверх, вправо.
право. Право. Готово. Полоска это у нас какая-то картина. Это полоска бумаги тоже. Вон еще кусочек картины. Я не хотел назад идти, я хотел посмотреть, что. Нож, похоже на катану. Такс. Ну это не отсюда, ладно. Вот это, походу, вот это. Так. Так. Крестик. На 3 часа. Нолик. Это наверху. Это тоже правильно. Гробик на 3. Нолик. Рисуночки это я знаю куда. И кусок медальона. Какая-то злобная луна. Ну, можно даже не открывать, оно и так видно. Квадратик. Треугольничек. Треугольничек. И Пакман. Отлично. Походу сюда нужно кусок. Ладно. Значит, нужно собрать. Ох ты ж. Так, здесь что-то есть, но них нет. Нет. Ага, тебе глаз. Давайте, наверное, я думаю, здесь пока что все выполним. А ключ у нас от чего хотя бы? Я понял. Я просто вспоминаю, были у нас закрытые еще места. Вот как раз картина. Какое-то слово. Папа, ты хочешь поиграть со мной? Давай поиграем. А, это типа крестики-нолики. Ну, самое Так, было здорово, но тебе не удалось меня одолеть. Самое лучшее это начинать с центра. Блин, я не помню, тактика была какая-то. Кажется, в центр идти надо. О, я выиграл. И ладно, ты победил. Забирай свою награду. И что? Еще хочешь сыграть? Сказал же, что хочу поиграть в солдатики. В солдатики. Ага. Ага. Так, давайте пока сюда. Я с пианино не сделал. М. Херня, херня. Нолик, треугольник, квадрат. Ага. Ага. А тут такого нету. Хорошо. Хотя, подождите. М. Надеюсь, было не громко. Так, 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 так. У нас еще целая закрытая дверь. Значит, здесь. Так, понимаю, сюда надо поставить. Египет 3. Греция сюда. Так, это стоит.
Подожди, это японский? А где японский бог? Я сейчас какую-то херню, да, делаю? Кажется, я какую-то херню делаю. Есть. Так, еще кусок картины. И дверь. Игрушечный солдатик. Как он мне по ушам бьет, жук этот. Так, хорошо, на голове полосочка и треугольничек. Ага, хорошо. Какая-то комбинация. Мне нужно жука найти. Ну, в плане понять, куда его положить, тебе нужен солдатик, да? Держи. Милый игрушечный солдатик, спасибо, пап, возьми, пожалуйста, это. Но не мне нужно будет... Жука хочешь? Да. Что это? 3, 6, 3, 5, 8. Так, давай, наверное, сразу сюда. Ага, это у нас получается пианино. Пианино у нас здесь. 3, 6. 3, это девятка. 3. Потом мне же нужно 6. Это у нас... Подожди. 3. Это пятерка. Это восьмерка. 3, 5, 8. Понятное дело, что это 6. Значит, 9. Девять полумесяц, девять глаз, ромбик. Девять полумесяц, девять глаз, ромбик. Ломик мандрагора. А теперь куда это девать? Что здесь у нас было? Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас только пароль какой-то. Здесь вот. Но мне не хватает второй половины. Здесь тоже какая-то... Мандрагора. Есть здесь тоже что-то, но пока что ничего. Кухонка. В кухонке у нас ничего. У меня даже вариантов нету. В принципе, у нас остался пароль там в столе. И здесь он остался... Подожди. Нет. Может быть, я что-то упускаю? Клик, в котором я не понимаю, куда кликать. Я не шарю. А тут даже перейти некуда. Но у меня только это остается. Давайте я дед напишу. Д.
ИА. Клик, 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 клик. Дэд. Нет. А. Вот это вот мне интересно. Это походу как раз то, что у нас там находится. Давайте попытаемся собрать так, как оно сейчас здесь. То есть здесь у нас есть. И три. Короче, первое есть. И здесь есть. Раз, два, три. А, ну у нас все есть, подождите. Погнали. Где она находится у нас тут? Я уже не помню. Так, 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 так. Так, так. Готово. У. В другую сторону. Знак бесконечности. Знак из Ведьмака. Бесконечность. Короче, У. У, бесконечность, треугольник, вертушка, бесконечность, треугольник. У, бесконечность, треугольник. А это у нас где было? Я не помню, где это у нас было. Сразу еще были какие-то пароли где-то. Не знаю. Походу мы слишком умные, в скобочках нет, потому что я уже 22 минуты не мог пройти игру, довольно короткую. А с этим мы уже разгадали, нам это уже не нужно. А, жук, жук, жук. У нас, получается, нужно было впихнуть жука вот сюда. Откуда я мог знать? И мы получаем здесь... А, типа отзеркаленное, поняли? Локи. Локи. Локи, йоки, джоки. Что еще у нас там может быть? Ладно, будем гадать. Теперь все заново искать. Ло. Кем? Давайте и оким. Тут ив есть, я не помню. Джоки. Та буква похожа на G или на L? Украшение в виде муравья, жука, кто это? Ну это сюда, куда-то, да. Ага, нам еще и нужно где-то найти следующее. А куда мне ломик использовать? У нас остается ломик и мачете. И не в том, что я больше ничего не могу использовать. Мандрагора у нас просто мандрагорой. Ладно. Серьезно. Короче, нужно идти на кухоньку. На кухоньке есть решеточка. И решеточку нужно было ломиком. Откуда я мог это знать? Может, это часть интерьера, но я даже не... Один, спасибо, возьми это, теперь я буду играть в свои солдатики. Мне даже не показывает то, что
можно с этим взаимодействовать? Нет, даже не говорится, что вот смотри, это типа нельзя использовать. Круто. Так, это проходит, поехали. Ага, хорошо. Ага, а нахера тогда? А, я его типа задеваю. Ага, теперь вспоминать. У. Треугольник это треугольник. Блять. Сейчас, подождите. Я помню. У. Треугольник бесконечности. Это треугольник. А, крови уже нету. Может мне... Походу я ее просто поднял и без головоломки она поднялась. Не шарю. Может мне нужно вверх ногами тогда? Хорошо, давайте пускай и это у нас идет в последнем. Нет, ладно. Скорее всего, скрипты не работают. И нам нужно пройти там, где мы уже были. Так, это не здесь. Где наша картина? Здесь, да, была? У, бесконечность, треугольник. Найс. Еще проблема. Вот что это за дерьмо? Эти не нажимаются. Да, я походу сломал скрипт. Мне типа нужно четкость сделать. Мне аж ВК сообщение пришло. Колода карт, дай мне ее, чтобы мы могли поиграть на. Тощая карта главнее. Досталась семерка крови. Теперь моя очередь. Я вытащил тройку черепов, я проиграл. Мне довольно... Мне надоело проиграть раз за разом. Каждый раз, раз за разом. Мама и дворецкий тоже всегда выигрывали меня. Меня хватит. Больше я никогда и ни за что не проиграю. Неважно, в какую игру ты играешь, ты должен идти до конца. Окей, короче, малой всех убил. Давайте тогда на этом мы закончим. Следующая серия будет следующей игрой. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, и я знаю, что я тупой. Всем пока.